Привет! С вами «Модный горизонт». Меня зовут Валерия Нарбут, и я расскажу вам последние новости мира моды и развлечений. Сегодня в выпуске. Звездная свадьба на Багамах. Очередной бренд объявил о прекращении выпуска коллекции готовой одежды. Архивы Прада открыты онлайн, и кто из спортсменов объявил о помолвке в самый романтический день? Прямо сейчас в «Модном горизонте». Виктор Хорсинг и Рольф Сноррен закрывают линию Прет-а-Порте, сообщает WWD. Теперь голландские дизайнеры сосредоточатся над коллекциями от кутюр, разработки парфюма, а также развитии лицензированного бизнеса. Решение было принято совместно с главой OTB Group, комментируют дизайнеры. Ренце Росса, президент компании, сообщил, что это стратегическое решение по позиционированию бренда Виктор и Рольф в сегменте высокой люксовой моды. После 14 лет завершающая коллекция Прет-а-Порте сезона осень зима 2015 будет показана в Париже в следующем месяце. Это не первый бренд, закрывающий линию готовой одежды. Напоминаю, что прошлой осенью французский дизайнер Жан-Поль Готье объявил о завершении работы над выпуском Прет-а-Порте после 38 лет. Готье также сообщил, что теперь фокусируется на высокой моде, парфюмерной линии и специальных проектах. Джонни Депп и Эмбер Хёрд, ставшие на днях официально мужем и женой, отпраздновали свою свадьбу на Багамах. Они познакомились во время съемок картины «Ромовый дневник» в 2011 году, а год назад было объявлено об их помолвке. Эмбер младше Деппа на 23 года, и для нее это первый официальный брак. Джонни уже был официально женат на художнице Лори Энн Эллисон в 1983-85 годах. На свадебной церемонии присутствовали дети Деппа от гражданского брака с Ванессой Паради, 15-летняя Лили Роуз и 12-летний Джек. Итальянский модный дом Prada запустил новый раздел на своем официальном сайте под названием A Future Archive, который посвящен истории бренда с 1987 года и до сегодняшнего дня. Ретроспектива включает в себя по-настоящему уникальную информацию. Это фотографии и видео с показов с участием молодых Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и других топовых моделей, рекламные кампании марки, а также информация о многочисленных творческих коллаборациях. Подобный шаг навстречу новым технологиям со стороны модного дома на данный момент является уникальным. Теннисисты Мария Шарапова и Григорий Димитров помолвлены. Об этом пишет журнал Tennis World USA. О том, что россиянка Мария Шарапова и болгарин Григорий Димитров встречаются, стало известно еще около 3 лет назад. Осенью 2014 года появилась информация об их расставании, однако спортсменка поспешила опровергнуть эти слухи. «В моей личной жизни все прекрасно», — заявила теннисистка во время пресс-конференции на турнире в Пекине. Мария Шарапова уже была однажды помолвлена с игроком NBA, словенцем Сашей Вуйчичем, но до свадьбы дело так и не дошло. Объединенное акционерное общество Melon Fashion Group объявляет предварительные итоги 2014 года. За прошедшие 12 месяцев оборот группы вырос на 25% и составил 11,2 миллиарда рублей. За это время было открыто 83 новых магазина, 20 брендов Zarina, 35 BeFree и 28 Love Republic, что в два раза меньше, чем было запланировано. А запланировано было в общей сложности 170 магазинов. Представители компании объясняют это общим спадом рынка и сообщают, что планируют сконцентрироваться на повышение эффективности бизнеса группы. «Рынок скорректировал наши планы по экспансии в 2014 году, поэтому в 2015 мы будем более изобретательны при выборе новых территорий под наши магазины, отдавая предпочтение только заведомо рентабельным проектам», заявил новый генеральный директор группы Кистутис Соснаускас. По данным на 1 февраля 2015 года, под управлением компании находится 669 магазинов. Первый всероссийский конкурс дизайнеров одежды Pro Fashion Masters при поддержке турецкой компании August Prestige представит финалистов конкурса 25 февраля. Всероссийский конкурс Pro Fashion Masters направлен на поддержку молодых дизайнеров одежды и повышение статуса профессии дизайнера. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте fashion-masters.ru. Это были все новости на сегодня. Вы смотрели «Модный горизонт». Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, чтобы получать последние новости из мира моды. Меня зовут Валерия Нарбут. Увидимся!